Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter поздравления с Днем Абая. «Поздравляю всех с Днем Абая. Великий поэт внес огромный вклад в духовное развитие нации. Его заветы служат нравственным ориентиром для подрастающего поколения. Понятие «Адал Азамат» тесно связано с его концепцией совершенного человека. Наш долг – чтить бесценное наследие Абая», – написал глава государства.